Да, мы понимали, что... Во-первых, мы понимали, что мы играем с лидером. Мы понимали, в какой футбол играет Жодина. Представляли, что будет давление, будет много длинных мячей. Важно было не уступить. И в первую очередь единоборство и в подбор. Первый тайм, я считаю, мы неплохо провели. В плане контроля мяча, в плане прессинга и давления. В втором было тяжелее. Да, действительно, с лидером показалось, что сегодня команда все-таки отдала полностью себя на поле. Это на 100% с вами согласен. Я ребят поблагодарил в первую очередь за это желание, стремление не проиграть ни одного единоборства. Вот это было сегодня очень важно. Немножко во втором тайме, так сказать, ну, справились, взаимно такое. Но первый тайм даже территориально, так сказать, игровое было. Да, первый тайм, да, согласен. Первый тайм был достаточно качественным в нашем исполнении. Привлечь за это отсутствовал Норбет, о чем сейчас? Ну, во-первых, потому что у нас заявка не резиновая. Во-вторых, ну, парень молодой, просто дали ему паузу. Мы им довольны на 100%, как он работает, как он относится к делу, как он играет. Просто решили дать парню чуть паузу. Спасибо.